Перші стиглі плоди черешні на цих деревах можуть з'явитися вже наприкінці травня. Їх кількість та темпи росту цього року вражають, каже головний агроном плодово-ягідного господарства Андрій Стефановський. Я сколько лет работаю, первый раз такое вижу, чтобы так намного раньше двигал черешни. Вот это по размеру плода, вот этот плод, она раньше была где-то, ну, будем говорить, в районе 25 мая. Вот такой ее размер был. У саду, яким опікується Андрій Стефановський, є понад 7 тисяч фруктових дерев. Є сорти як ранньої, так і пізньої черешні. Зокрема, і та сама мелітопольська. За словами агронома, вона може достигнути раніше звичних термінів. Раньше крупноплодность отрывала числа 20 июня. Сейчас в этом году, вот это поздняя, она считается поздняя черешня. В этом году однозначно она будет сдвиг, наверное, я думаю, не на 10, может на 15. Обычно мы всем говорим на 1 июня. А как она, вы можете раньше, может на 5-7 дней. Такі темпи росту черешні пов'язані з різким потеплінням, каже агроном. Втім, це несе і загрозу для ягід, адже допоки плоди наливаються і достигають, з'являються і шкідники. Начинается вылет мухи, вот она набирается среднегодовая температура, положительная температура, и начинается выход из почвы, личинок она откладывает яйца на этой черешне и червивая. Сейчас нужно проводить уже химическую обработку именно от мухи. Шкідливі для черешні рясні опади, говорить Андрій Стефановський. Нагрузка хороша на деревья, то есть любая гниль, контакт на одной и даже появляется, если вдруг поражение плода, она контакт рядом с этим и идет. Массовое вот такое, как бы в кучах плесень появляется. Но поэтому, как только если начнутся дожди, вы должны не упускать и проводить эту профилактическую фунгицидами обработку от гнили. Нині ж, каже чоловік, реальних ризиків для втрати врожаю черешні у Запорізькій області немає. Тож вже наприкінці травня, початку червня стиглі ягоди почнуть збирати. За прогнозами агронома, ціна на черешню може бути нижчою, ніж торік. В среднем она падает где-то 50-60-70 гривен, вот так было, да. В прошлом году было мало, и по ранним сортам, ранние сорта было в прошлом году очень мало, по ранних сортам, в этом году намного лучше. Урожай где-то может составлять 50-60 килограмм дерева, когда много, всегда цены даже могут, может и ниже даже. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.